американцев таких ракет нет и никогда не было. Чем привлекателен Южный полюс? А мы сразу знаем, куда ее запускать, да? Ну, конечно. Через Южный полюс, нет, через Северный. Нет, ну, речь идет, у нас только одна цель. Нет, речь идет, конечно, о территории, континентальной территории Соединенных Штатов. Ну так, на секунду. Эта ракета, если окажется там, где, в общем, она могла бы оказаться в худшем случае, способна уничтожить какого рода объекты, какие площади, территории? Я вам так скажу, что если 7,5 мегатонн будет доставлено на территорию, как говорится, нашего партнера, то... Вот тут слово «партнер» очень важно. Да, то такие объекты, как город Нью-Йорк. Хороший город, но его не будет. Вообще. Одной ракеты. Одной ракеты, конечно. Совсем. От слова совсем. Вот. Поэтому лучше не надо. Красивый Американцы, город. Кстати, всегда боялись наших тяжелых ракет.